85% алматинцев ни разу не видели своих депутатов, которых сами же выбирали в надежде на то, что те будут решать их проблемы. Это лишь часть исследования работы народных избранников, которые провела молодежная информационная служба Казахстана. На примере 5 парламентариев можно понять картину в целом. 94% опрошенных даже не знакомы с программой своего депутата. А ведь каждый из них во время предвыборной гонки обещал электорату золотые горы. Но сев в вожделенное кресло, пыл поумерил. Абсолютное большинство очень негативно настроено к депутатам, очень критично отзывается об их работе, хотя ничего они не знают, как они сами говорят. То есть уровень агрессии мы отметили очень высокий. Примерно это выглядит так. Вы знаете о своем депутате? Нет, ничего не знаю. И знать не хочу. Такие-сякие. И пошли ругать. Учитель с 35-летним стажем Светлана Анчевская вынуждена ходить в темных очках. На нервной почве она почти ослепла. Уже не один год она воюет с беспокойными соседями. В ее доме два увеселительных заведения. Шум и громкая музыка круглые сутки. Депутату Пралиеву, который, кстати, попал в список в рамках исследования, она хотела бы посмотреть в глаза. Я сегодня хотела очень познакомиться с этим депутатом, посмотреть на него, потому что люди проходят мимо дома этого, видят этот дом. И когда мы обращаемся, я обращалась в Акимат, не отписали. Я к Акимату обращалась по поводу ракеты в прошлом году. Не отписали, что не имеет Акимат права вмешиваться ни в какие вопросы бизнеса. Но самим народным избранникам встречаться с жителями не с руки. Людей-то много, а депутатов кот наплакал. Вот и загородились последние от своего электората многочисленными помощниками. Депутата Серика Пралиева представляет Айгуль Исакова. Она и не в курсе, какие чаяния у жителей их района. Ведь в отчете Пралиева о проделанной работе об этом ни слова. Только сплошь позитивные достижения народного избранника. За время работы Серика Жалыча депутатом городского маслихата, я думаю, что мы провели очень большую работу в сфере образования, так как Серик Жалыч является председателем комиссии по образованию, науке, культуре и спорту городского маслихата. Ну, поговоря сегодня, я знаю, что сегодня поднимаются, конечно, злободневные проблемы. Это в основном проблемы ЖКХ, это в основном проблемы образования. Сейчас прозвучало, конечно, негативно немножечко такой казус наш адрес, но я думаю, что все эти проблемы разрешены. Помощник депутата, по сути, его броня. Задача номер один у советника – всячески обелить своего руководителя и отфутболить от него ненужные проблемы. А то, что народный избранник не знает о трудностях людей – вина самих людей. По мнению, опять же, помощников, народ в Алматы безинициативен и на контакт идет плохо. Странно другое. Когда кандидат хочет стать депутатом, он обивает пороги потенциальных избирателей с завидной регулярностью. Положение кардинально меняется сразу после голосования. Впрочем, эта истина уже как оскомина. Кстати, из 38 депутатов, которых исследователи попросили предоставить свою программу, откликнулись лишь 9. Остальные, видимо, заняты улучшением своей жизни.